В такие начинаются долги влезать везде, и не знаешь, кому отдать. Сейчас же идет уже конец года. Собрание сотрудников центрального отдела милиции было предновогодним. Накануне Нового года милиционеры мечтают получить ноябрьскую зарплату. За начальство управления внутренних дел Петрозаводска пришлось отвечать зав. Финансово-планового отдела. Значит, на сегодняшний день задолженность МВД России перед МВД Карелии всей 36 миллиардов рублей. Представляете, какая-то сумасшедшая цифра. Значит, наша задолженность... Терпение милиционеров лопнуло, когда они узнали, что некоторые из подразделений управления внутренних дел уже получили зарплату. И вовсе не в тех размерах, в которых сотрудники центрального ГОМа получали, например, аванс. Итог дискуссии будет подведен на следующей неделе. Не имея права на забастовку, милиционеры оставляют за собой право на голодовку, как на крайний мере.